Угроза провала не миновала. В эти дни инспекторы по маломерным судам усиливают рейды. Все из-за прошедших нескольких теплых дней. Сейчас специалисты ГИМС ежедневно посещают места скопления рыбаков, надзор и над площадками возможного выезда машин на скользкую тропу. Пока санкционированные переправы работают в штатном режиме. Кстати, сегодняшнее понижение температуры должно добавить осторожности горожанам. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах республики. Подробнее о погоде в конце выпуска. В Казани появилась самая главная дорога, так теперь шутливо называют автомобилисты Левобулачную. На небольшом промежутке без перекрестков установили сразу 6 знаков «Главная дорога». На перегруженный обозначениями участок обратили внимание гости из Уфы. Выслали фотографию Федерации автовладельцев России в Казани. Проверили расстояние между знаками, действительно не больше 10 метров.